Привет всем, кому интересно, встречаются Серенай Сарикая и Бурак Денис. Эта парочка стали тесно общаться по нескольким причинам. Во-первых, они вместе снимались в сериале «Шахмаран», исполнив там главные роли, а это, понятное дело, сближает. К тому же, не стоит забывать, что Серенай молодая, незамужняя, очень талантливая, красивая, длинноногая актриса, с легкостью привлекает внимание мужчин. Серенай харизматичная, веселая девушка, она быстро вступает в отношения с мужчинами, берет от них все приятности и расстается. Очень хочется напомнить, что Серенай встречалась с Чагатаем Улусаем, Талгаханом Саишманом, Керимом Бюрсином, и все эти ребята были партнерами по сериалах. Как только сериалы выходили в прокат, мгновенно пара расставалась. Так и в этом случае, Бурак Денис мог и не устоять перед соблазнительницей Серенай и отдаться ее флюидам. Но настоящие эти чувства или очередной пиар сериала от продюсеров, для больших рейтингов никто не знает. Хочу заметить, что турецкая пресса настойчиво утверждает, что роман между актерами есть. Этому подтверждение, то что бывший кавалер Серенай, Умут Эвергин, приревновал Серенай к Бураку и запретил Бураку появляться в его ресторане. Разве не повод к размышлению? Хотя есть еще один нюанс, у Бурака есть девушка Дедим Сайдан, о разрыве пара не объявляла, но и последнее время на публике вместе не появлялись, что тоже очень странно. Итак, сделаем вывод, что роман между Бураком и Серенай вполне возможен, но не точно, так как есть много противоречий, что же время все расставит по местам. Но если роман и есть, то Серенай правильно делает, что скрывает отношения, ведь у нее и так много публичных романов, а это не очень хорошо для репутации девушки. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях.